Re, viss ēters ir te! Предстоящей ночью и завтра днем в Латвии ожидается сильный южный юго-западный ветер. Его порывы достигнут 15-19 метров в секунду. В Курзаме и на северо-видземском побережье ветер будет еще сильнее, в порывах до 24 метров в секунду. Латвийский центр среды, геологии и метеорологии в связи с усилением ветра объявил желтое предупреждение, которое будет распространяться с сегодняшнего вечера до полудня пятницы на территории Курзамского побережья. Предстоящей ночью ожидается моросящий дождь, температура воздуха достигнет плюс 7, плюс 11 градусов. Таким образом, около полуночи во многих местах Латвии может быть побит рекорд тепла за 19 ноября. Завтра днем температура воздуха сохранится на уровне плюс 7, плюс 11, днем будет облачно. В Риге ночью и в первой половине дня без значительных осадков, затем местами пройдет дождь. Южно-юго-западный ветер в порывах усилится до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит около плюс 10 градусов.